Как договаривались. На, бывай. Мам, я решил уехать, возможно, навсегда. За меня не беспокойся, я смогу сам за себя постоять. Найду папу, и мы вернемся вместе. Я занят. Смотри, что мы нашли. Есть нож или пила? Откуда чемодан? Мы его... Нашли. Он очень тяжелый. Там наверняка то, что ты ищешь. Она инопланетянка. Вы что притащили? Галактику, как ты и хотел. Делать будем. Что вы теперь делать будете? Я не просил его красть. Нет, Макс, это у нас ты хотел с пришельцем познакомиться. Вот мы тебе одного и принесли случайно. Надо отнести его обратно. Сейчас полицию дождемся и уходим. Они-то быстренько его маму найдут. Чемодан светится. Ух ты. Это он своих вызывает. Какой-то странный тип. Он его на органы продаст. Надо спасать. Бежим! Или хуже будет! Или хуже будет!
что он такой? Может, реальный инопланетянин? Не знаю, я как-то скачал секретные файлы с голосами инопланетян. Что-то общее есть. И как нам выйти с ним на контакт? Ну, чтобы маму его найти. Ребят, смотри, что нашла. Ого, похоже, номер его мамы. А что это он делает? Это он так с нами разговаривает? Точно инопланетянин. А мне кажется, он проголодался. Я знаю одно место, там можно и перекусить, и позвонить. Пошли. Только давайте побыстрее, а то мне нужно еще одну деталь купить. Макс, может, все-таки не полетишь? Полечу. Так ты ж там совсем один будешь. Я и здесь один. Да, недалеко от леса. Первый с левой стороны. Да, до свидания. Ольга Александровна, я в тубзик зайду. Чебурек с говядиной зеленью готов. А там холодно? Где? Ну там. Да. А ты не замерзнешь? Нормально. Возьми нас с собой. Вам нельзя. Вы не подготовлены. Что? Да. Да нас в интернете круче всех готовят к самой прекрасной жизни. А что это вы с этим чемоданом делаете, а? Мы? Ничего. Играем. Молодежь. Мы в детстве по стройкам лазили, представляли, будто это подземелье. Весело было. Все, я позвонил. Отлично. Мне пора. В смысле пора? А пацан? Сами разберетесь. Хитренький какой. Мы ему даже инопланетянина достали. Жизнью рисковали, чтобы он остался. А он сваливает. И нам еще отдуваться. Паш, такое короткое расстояние бывает раз в 10 лет. Да ты фигней маешься. Никуда ты не полетишь. Посмотрим. На консервных банках в космос не летают. У кого в башке консервы, тот и не летает. Не кричит. Раз он инопланетянин, я его с собой заберу. Никому он не нужен, как и я. Эй, вылезай. Со мной полетишь. Своего чемодана, да я с собой тебя заберу! Эй, вы чего тут шумите? Ничего, уходим уже! Ну вот, другое дело. Ну, если нравится ему там сидеть, пусть там и сидит. Как тащить-то? Колесико сломано! А, тащить не надо.
боится. Нам так проще, понимаете? Кому? Вам или ему? Это статья. Психологи говорят, что замкнутое пространство для аутистов норма. Они чувствуют там себя в безопасности. Нельзя это потом обсудить. Ну, отсюда звонили. Ну где же он? Это я звонил. Где он? Он сейчас в космос улетит. Собирается во всяком случае. В какой космос? Вы, ребята, можете показать, где чемодан? Могу показать. Пойдем. Свою жизнь. Про мать, которая от большой любви может неделю со мной не разговаривать в целях воспитания. Из-за четверки. Сынок! А мне нужно одно, чтобы меня просто слышали, понимали и любили. Я иногда закрываю глаза и не могу вспомнить ее лицо. Нет, нет! Я забыл про последнюю шестеренку, чтобы запустить антигравитатор! Пашка был прав, эта корыта никуда не полетит! Никуда! Что это? Откуда это у тебя? Отлично, спасибо! Генераторы в норме. Работает! Готовится ко взлету. 10, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Поехали! Поехали! Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Я испытал большое счастье. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Один на один в небывалый поединок с природой. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Можно ли мечтать о большем?